motherfucker. Разъяренная толпа стала швырять в него все, что под руку подвернулось. Кто-то открыл стрельбу, началась паника, и служба безопасности силой выставила людей из терминала. Вот куда все делись. Дела идут плохо. Короче, тут вообще такое творится. В общем, что-то произошло. Была стрельба, была паника, и служба безопасности всех людей выгнала отсюда. Окей, сохранимся. Нам, походу, вон туда надо. Ну, или куда-нибудь рядышком. Надо как-то туда пробраться. Нужен ионный резак. Ну, конечно. Все же, я все искал какую-то логику, и логики нет, это просто игра. Отлично. А у нас может быть фонарик, я не знаю. Ну, как минимум. А то жуть как светло. Ну, вы поняли. Давайте вылезем. Офигеть. Тут все на куски разваливается. Согласен. Круто. Задача решена, мы нашли проход. А здесь, видимо, просто надо пройти. Охереть! Это был человек. Это был просто человек. Но зачем он разбил фонарь? И вообще, почему он убегает? Разве он не рад увидеть другого человека? Что-то как-то жутко. Так, ну погнали разбираться теперь с этой головоломкой. Мы находимся где? Выдача. Так, у нас есть закрытая дверь слева. Второй этаж. Прямо что-то непонятное. И направо дверь. Давай все подряд тыкать, смотреть. Возможно, где-то здесь будет сохранение. Ну или аварийное питание. Да, что-то открылось. Пока непонятно что, но что-то открылось. Проход какой-то. Идем смотреть, что за проход открылся. А здесь вроде как пройти можно. Так, направо заперто, да? Да, тут, короче, заперто. А вот тут есть приоткрытая дверь. Тоже не пройти, здесь закрыто. Теперь нам типа нужно обратно вернуться, да? Вот сейчас точно мы обосремся. Та-да! Так, давайте еще подождем немножечко, может быть, что-нибудь еще бабахнет. Пока только отделали с телевизором. Нихера, короче, это все, ну, в смысле... Наверняка впереди выход. Ищем выход, пройти через главную дверь. Так, здесь, походу, держали некую оборону. Давайте сохранимся. Это мы типа спрятались, да, короче? Прикольно. Тернер, опять пришлось выгонять этого пьяного бродягу. Подонок чуть дверь не разворотил своим ломом. Он, наверное, думает, что здесь можно отсидеться. У нас и так забот по горло. Не хватало еще с алкашами нянчиться. Короче, посадил я его в камеру. Пусть проспится. Ага, у нас есть человек в камере. Мы его спасем, и у нас будет напарник. Пойдемте, поговорим с нашим напарником. Мне кажется, его грохнули. Офигеть, что здесь произошло? Короче, нету больше у нас напарника. Кажется, я его нашел. Черт. Круто.
Ну как, для него не очень. Но мы с вами нашли новый инструмент. Так. Жетончик. Что еще есть? Специнструмент. Мне это нужно больше, чем тебе. Я хочу подать жалобу этому, самому большому начальнику. Меня звать Зак Уотсон. Уотсон! Понятно? Жалоба, такая. Я жалуюсь на службу безопасности. Вообще-то они должны нас защищать. Это их работа. Когда на станцию пробралась какая-то хрень, и ни одна собака не знает, кто это. Никто ничего не знает. Двери заперли, спрятались и сидят. Люди, мне страшно. Это кобздец, как мне страшно, люди. Я замерз уже, как цуцик. Так вот, что здесь произошло. На станцию проникло какое-то создание. Так, что у нас здесь? Файер? Вели допрашиваемого Хайст. Я правильно сказал? Хайст? Слышь, друг, если ты даже имени своего назвать не можешь, мы тут надолго засядем. Меня интересует твой капитан. Вся ваша команда из-за него крепко влипла, и он за это ответит. Уж я прослежу, чтобы ответил по полной. Нет? Будем в молчанку играть? Тернер, выключи запись. Может, человек стесняется? Кого-то допрашивали. Я не знаю, но... чувствую, надо было так сделать. Так, сохранимся.